Ребята, всем привет! Вы находитесь на канале Верко 17. Я наконец-то получила свои долгожданнейшие посылочки с AliExpress для GoPro. И сейчас я вам с огромной радостью их покажу. Первое, что я получила, это свет. Я на него сейчас снимаю, поэтому покажу вам только коробочку, свет потом покажу отдельно. Вторая моя посылочка – это аккумулятор и зарядка для аккумуляторов для GoPro. Открывается очень тяжело. Вот, смотрите, я их еще не распаковывала. Распакуем, посмотрим вместе. Вот, и вот такой вот пакет, в котором находится куча всяких интересных штучек. В этом пакете, смотрим, нам пришла вот такая штучка. Вот, она должна вращаться, но я так поняла, что она не вращается, потому что вот здесь вот болтик. Вот этот болтик нужно будет повернуть, и тогда она только будет вращаться. Сама по себе она не крутится. Я рассчитываю именно на то, что она будет крутиться сама по себе. Задняя крышечка с дырочкой. Это для того, чтобы снимать для вас специально. Я ее одену, и чтобы у меня не была открытая крышка, я могла снимать. Тогда вот будет все хорошо. Вот такая вот крышечка. Еще один поплавок. Как вы видели, предыдущий работает плохо. Поэтому я заказала новый. Его мы с вами тоже чуть позже опробуем. Сюда можно что-нибудь положить. Ребят, новый поплавок плавает как надо. Прям вообще идеально плавает. Не то, что предыдущий. Это специальная упаковочка для GoPro, чтобы она не повредилась. Я им сказала, что она очень мягкая, но в принципе должна защищать GoPro-шку. Вот такая вот маленькая, хорошенькая. Вот. Это чтобы ее везде с собой таскать и везде для вас снимать. И вот такая вот еще фигня мне пришла. Значит, это силиконовый чехольчик на GoPro-шечку. На ней написано 8 Black. И шнурочек к ней. Резиновый. Тянется. Вот. Оденем потом, посмотрим, как это выглядит. Штучка, которая одевается на объектив GoPro. И стеклышки на все части этого, я приклеивать их пока не буду, они у меня будут ждать лета. Липучка. Не знаю, для чего она здесь нужна. Но вот у нас входит комплект липучка. Дальше. Провод. Еще одна такая же липучка, не буду ее распаковывать. Зарядка сама. Вот зарядочка. Рассчитана на 3.
И сами аккумуляторы. Упакованы в специальную пластиковую штучку. Хотя там было нарисовано, что они не входят в эти пластиковые штучки. И еще каждый завернут в пакетик. Все лампочки горят, значит, все заряжается. Ребята, я поняла, для чего нужны эти липучки. Они нужны для того, чтобы вот так вот с провода собирать. Она приклеивается по любому размеру, достаточно крепко. Вот, и фиксирует провод. И они очень удобно лежат. Я такую штуковину заказала себе сейчас с Алиэкспресса, прям в рулоне, похожую. Все провода уберу. Очень удобная штука, ребят, как оказалось. Вообще очень крутая. Это как штучка для лыж, которую лыжи связываешь между собой. Вот такая же штука. Блин, это очень круто.
Итак, ребята, вот лампа. Значит, у нас в нее входит вот такая штука, которая гнется, держатель для телефона, штука, которая вкручивается в штатив, и переключатель яркостей. Тут можно менять режимы. Здесь три режима: холодный, теплый и обычный. Усилить яркость, уменьшить яркость и выключение. Такая лампа светит хорошо, потом вам тоже покажу, как она работает. Итак, ребят, я пришла в лес, я уже на улице достаточно темно, и сейчас я вам засниму. Специальный фонарик для того, чтобы себя снимать, это круглое кольцо. Это вот кольцо, оно сейчас снимает на минималке, работает с пауэрбанка, смотрите, вот. У меня пауэрбанк, 2500, и у него есть пульт. На пульте есть несколько режимов. Смотрим режимы, регулируем яркость. Максимальная яркость. И меняются три режима. Режим обычный, режим холодный и режим теплый. Сейчас посмотрим, куда работает вдаль. Так, ребят, вот так работает фонарик на максимальной яркости вдаль в лесу. Ну вот и все. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и комментируйте. Пишите, что хотите в комментариях, нравится вам, не нравится, нравится ли вам сиськи, нравится ли вам внешность, нравится ли вам я, или просто что-нибудь от балды. Просто пишите, поддерживайте меня, я творю для вас. Я очень стараюсь, чтобы вам это нравилось. Мне очень тяжело говорить на камеру, но я реально стараюсь. Я надеюсь, что у меня это скоро будет получаться хорошо, и вас будет гораздо-гораздо больше. Все, до новых встреч, ребята!